Самое главное, что мы познакомились с участниками с разных стран и нашли много общего. У нас общие интересы, и это нас объединило. И уникальность того, что у всех разная специализация, разные фокусы. И это, конечно, все вокруг нашего общества Центральной Азии. И было очень интересно познакомиться. Это очень возможность тоже такая расширить свой профессиональный нетворкинг. И, конечно, я очень рада получить такую обратную связь. Мне очень понравилась лекция последнего спикера, так как тоже было очень много. Там он как раз затронул вопросы по молодежной политике, как он раскрывал, да? А у меня как раз тоже тема по молодежной политике Казахстана, и я думаю, что тоже некоторые вещи возьму на вооружение. Меня здесь Заман Садис Бейрус, Шарландия, Джунгури, Таджикистан. Имрус дар шаҳри Алматои Ҷумҳурии Қазоқистон дуюмин мактаби таҳлилгарони кабар Эжа баргузор гашта истодааст. Дар мактаби мазкур намояндагон аз ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ иштирок намуда истодаанд. Дар рӯзи аввали мактаби мазкур ба мо устодони сатҳи ҷаҳонӣ оид ба тарзи дурусти навиштани маводҳои таҳлилӣ, ки мутобиқ ба талаботи ҷаҳонӣ мебошанд, дарс гуфтанд.